Как получать энергию, когда ты взрослый? Очень важно вырасти из важности. Тогда ты получишь доступ к силе энергии. Потому что, например, у тебя есть важная роль родителя или важная роль учителя. И ты туда всего себя отдаешь. И ты тогда вне доступа к силе энергии. И тебе нужно держать марку, держать эту коробочку, эту границу. И тогда тоже ты без силы, без энергии остаешься. Поэтому вырасти из важности, отпустить эту важность, и ты получишь доступ к силе энергии. Не так все делай, но не так важно относись к этому. Это будет тоже качественно, тоже хорошо. Песни петь я начинаю, начинай, голос дрожат. А небольшого роста девочка заставила страдать. А шел я лесом, видел камень, сел на камень отдыхать. Таню вспоминать. А их мотанья, мотанек, давай загасим огонек. А будет тем и надо целоваться дельно. А у кого как и дровата, да горочка вертелась, а сероглазенькой залетке подмигнуть хотелось. А почему не перемножить 25 на 25? Почему не погулять по старой памяти опять? А давай, Милка, сосчитаем на тарелке виноград. А сосчитаем и узнаем, кто в любви виноват. Чуть-чуть они, ребята на шарнинах разбуксовались, чего они хотят? Они чуть-чуть хотят этих границ тоже. Вы им дайте им, они идут эти границы, в том числе через уважение. Тогда вы чуть-чуть меняете правила и показываете, что вы тоже тут есть, а не только они.